Че, гулять едем, Туран? Молодец, давай еще раз, давай. Ух ты. Да, да. Вот такая вот у нас тренировочка. Как говорится, по зову души и сердца. Нормальные люди в это время на работу, а у нас в голове собаки. Турик! Это у нас получается старый полигон. Раньше здесь давали на права в советские времена. У нас АВАЗа идет. Также мост строила компания с России. Туран, возраст 3 года. По отцу Дайо Йолбарс. По матери Альберт, двукратный чемпион Туркмении, также чемпион молодежки. Молодец. Давай, пшел, пшел! Не забываем, прежде чем начинать тренировки, либо вот такие вот, то, что творим мы, обязательно дать собаке просаться, просраться, понюхать. Немножко размять кости, суставы, и только потом уже хорошенечко побегать. Давай, 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 давай! С погодой также нам очень повезло. Погода просто шикарная. И сейчас еще немножечко на машине с ним побегаем. И вот сейчас на машине немножко погоняем его. Категорически не признает машина. Эй! Не признает он машину, да? Категорически. Теперь что? Самим бегать надо с ним. Давай, давай, Турик, давай, гель! Давай! Давай!
машина не его удел, игнорит нас. Будем бегать по бархану, заставлять собаку, не будем мучить. Работать без желания, как говорится. Будем бегать по бархану. Полный игнор по отношению к машине заставляет также. Желания у нас нет такого. Собаку работать через не хочу. По барханам ему кайф. И нам приятно. Выпрашивай, да? Похвали, да, все правильно я сделал. Пусть побалдеет немножко. А он бежит за владельцем, не за машиной. Или понты колотит, чтобы в машину не садиться, да? Конечно. Эй! Идем, Туран! Турик, пошли! Взял! Молодец, Турик, молодец! Давай, есть, давай! Чумазы сейчас! Давай! Абсолютно чужой человек. Альберт, мой сосед, собака. Багир Альберт. Альберт, а Альберт? Какой Альберт? Черный. Нет, другой. Багир Альберт. Багир. Туран. Находимся мы в Красноводск, Туркменистан.